В 1945 году 35 военных моряков на двух тральщиках трагически погибли при разминировании Авачинского залива. И сегодня ветераны Великой Отечественной войны, представители командования войск и сил на северо-востоке Российской Федерации, представители краевой администрации и глава города Петропавловска Виталий Иваненко собрались для отдания военных почестей погибшим морякам с возложением венка. Участники акции вышли в море на одном из кораблей бригады охраны водного района, где на траверзе мысов Маячного и Безымянного провели траурный митинг, возложив на воду венок и цветы в память о погибших моряках. Это место сейчас считается воинским захоронением, и каждый корабль или судно, проходящее рядом с ним, должно отдавать воинские почести, приспуская военно-морской флаг или просто российский флаг, и объявляя о том, что это место имеет свою историю, и эту короткую историю по громкоговорящей связи должны говорить на корабле или на любом другом судне. Сегодня мы накануне празднования 73-й годовщины победы нашего народа в Великой Отечественной войне отдаем дань памяти морякам, которые погибли при разминировании хода Авачинскую бухту. И в их лице дань памяти всем морякам, всем тем, кто воевал, кто отдал свою жизнь за победу. Планируется, что такое мероприятие станет традиционным. И каждый год военное судно будет выходить в море на место гибели моряков, чтобы отдавать им воинские почести.